Самарский технический университет вошел в число региональных вузов, на базе которых будут созданы опорные университеты страны. Список высших учебных заведений опубликовала Миноборнауки. Отобранным университетам в ближайшие 3 месяца предстоит составить 5-летнюю программу развития и представить ее в федеральном ведомстве. На ее реализацию каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию в размере до 200 миллионов рублей ежегодно в течение 3 лет. Напомню, конкурс на участие в программе был объявлен осенью 2015 года и не распространялся на вузы Москвы, Санкт-Петербурга и участника программы 5-100, единственный среди самарских. Это объединенный университет на базе СГАУ и СамГУ.